иди сюда, давай. Лошадь, альпинист, иди к нам тут, давай. Давай пару слов скажи на видео, твой второй бой за твою карьеру за последние 2 недели. Да. Всем привет. Да. Что я хочу сказать. Соперник у меня молодец, что вышел поработать. На 10 килограмм меня побольше. Своеобразный опыт получил. По затылку тасовал, как всегда. Хотя, мне кажется, угроза некоторая прозвучала. У него пролетали хорошие плюхи. Да. Да, было чувствительно. Все, спасибо всем. Понравилось. Спасибо, моя поддержка, конечно. Где твоя поддержка? Пацаны, которые приехали. Они пусть. Весь зал поставил поддержку. Красавчик. Иди сюда, скажи пару слов. У тебя красивые зеленые глаза. Ну что ты скажешь? Всем привет. Чего ты перестал биться дальше? Чем ты остановился? У тебя был шанс, Жека тебе дал фуру. Ну да. Что такое? У меня это первый бой. У тебя шикарный бой. Я отлично вел вообще. Смотри. Уверен, была сильно, тяжелая приятно. Позиция и шквал ударов. Тут ничего конечно. Не поделаешь, Гриш. Да я-то при чем? Ну что скажешь? Передай привет кому, давай. Ну, всем привет. Не, это первый бой. Я еще вернулся. Мне еще 20 лет. Тут, Илюш. Классно, я представь, по 20 лет. Вернулся. Не в конце, он сказал 20 лет ему. Да нет, ну в конце. У тебя хороший соперник. Конечно. Давай, спасибо, удачи. Парни, вы молодцы. Спасибо вам, что вышли и показали интересный бой стаканов коктейлей. Что дальше, Илюха? Следующий, Илья Чекой. Против Данилушкина Даниила. По 70 килограмм оба. Да не быстро, повесьте. Ну что, расскажешь что-нибудь про себя? Ты чем занимаешься, мужик? Тайский. Тайский бокс. Сколько лет? 18. Нет, тебе 18, ты занимаешься тайским боксом. Молодец. Работаешь здесь, учишься? Учусь, медик. Ты что, медик тоже? Да. С другом приехал? Нет. Просто другим там... другом, тоже медик. У нас очень много медиков за последние 2 недели. Что плохого? Практика добивает. Медицина решила попробовать. Кто-то пойдешь, отец, надо убернуть. Что расскажешь про себя? Давай. Дружище. Сегодня я выспался. Кто дрался? Я бой участвовал. Никогда не высыпался. Я 5 часов ложился, но сегодня все нормально. Кедр, отдай нам. Чувство, ты не до конца выспался. Я решил себе добавить весу немножко. Не, ну просто. Мы будем держаться деканат. Готов? Готов. Сколько ты раз выступал на наш турнир? Уже раза 3? 2? В Москве? 3 раза. В прошлом году еще раз? Или нет? Оба раза это или нет? Ну давай, прошу, удачи. Дальше, давай, легкий да. Парень. На середину! Работаем активно, уважаемые. Слушай меня внимательно. Руки пожали. И по углам! Давайте поддержим, ребят! Здорово! Готов! Мы поехали! Пантики долго не держатся. Дешевый клещ. Следующий бой Бессонов Никита, Титов. Ой, стоп! Стоп! Все в порядке, держи бой. Врач! Не шевелись, сиди. Его не трогай. Иди сюда. Сильный удар, быстрая победа, поаплодируйте. Это стрелка! Это бой без правил, результат всегда неожиданный. Парни, идите сюда, давайте начнем с победителя. Иди сюда. Ты хорошо выспался? Ну, он выспался сам и решил помочь выспаться другому человеку. Да. На самом деле, я бы не стал так говорить. Я просто знаю, что такое нокаут. И как бы до первого боя я не, ну, вообще не имел представления. Не рассказывай про это, расскажи про себя. Все, конечно, про тебя себя больше я не давай. Я летаю на квадрокоптере, ну, собственно, и управляю. В общем, это мое занятие, хобби. Здоровый парень на квадрокоптере. Я что скажу, да? Всегда очень хорошо, когда выходим за рамки свои. Когда нам, когда нам комфортно, мы расслабляемся. Когда нам некомфортно, то мы начинаем развиваться. Стрелка – такие же выходы за рамки. Сюда приходишь, нервничаешь, вышел, подрался, отпустил. Лучше здесь ударить, чем где-то на улице ударил и потом в тюрьму на 10 лет. Зачем? Правильно, за рамки закона выходить не будет. Твое впечатление от удара, давай. Не ожидал. Видимо, сказывается впервые без тренировок. А еще обычно не вспоминаешь, как это произошло. Да не, я вспомнил. Значит, удар был не до конца силен. Чего, сможешь проанализировать и в следующий раз уже этого не повторить. Я еще вернусь. Давай. Все, что ли? Ну давай. Покажи глаз врачу. Спасибо.